В начале 19 века в России на смену пышным дворцам с многочисленными парадными залами пришли уютные особняки с антресолями, а громоздкие живописные полотна заменили акварельные и карандашные портреты. Именно такие произведения искусства представлены на выставке в Чувашском государственном художественном музее. Увидеть своими глазами творение художников 19 века отправилась наша съемочная группа. 48 работ 150-летней давности представлены на выставке, которая открылась в Чувашском государственном художественном музее. Портретная миниатюра акварельных и графических работ первой половины 19 века хранится в Московском музее-усадьбе Останкино, откуда коллекция и приехала в столицу Чувашии. Это совершенно другой подход, совершенно другой. Не то что внешний подход письма, внутренний. То есть это совершенно другое видение мира и слышание его, и никакой спешки. Бумага и акварельные краски – очень хрупкие материалы. Даже без риска порчи от пожара они страдают от света и влаги. Именно поэтому к выставочным помещениям предъявляется ряд требований. Нужно соблюдать параметры, чтобы не выгорала акварель, потому что она от света может изменяться, темнеть. И на небольшие периоды может выставляться в музее. Температура должна быть от 18 до 22, влажность не больше 60%, и свет от 60 до 75 ватт. Произведения как прославленных художников-графиков, так и мастеров менее известных или незаслуженно забытых включает в себя экспозиция выставки, а дополняет ее ряд предметов декоративно-прикладного искусства первой половины 19 века. Увидеть произведение вживую и самим оценить маленькие шедевры можно будет до конца ноября. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.